Татьяна Коваль. Самый маленький снеговик. Волшебная пещера. История первая. Снежные человечки. Ты слепи меня зимой, но не забирай домой. Я боюсь тепла и печек. Я же снежный человечек. Вы узнали, кто это? Все верно, это снеговик. В городах и селах, в разных странах и на разных континентах, повсюду, куда приходит зима, появляются эти снежные человечки. Но есть место, где живут снеговики, которые не похожи на обычных снеговиков. Нет-нет, они, безусловно, тоже из снега, и у них прекрасный морковный нос, просто они живые. Эти снеговики ходят в школу, у них есть мамы и папы, они умеют разговаривать и, конечно, дружить. И где же это место, спросите вы? Этого никто не знает. Известно только, что живут снеговики в деревне, которая спряталась где-то далеко-далеко на севере, на Снежной горе. Да так хорошо спряталась, что там еще не ступала нога человека. Даже лето туда никогда не заглядывало. Поэтому в этой деревне всегда зима, а вокруг все из снега. Дома, скамейки, фонарики, в которых сверкают ледяные лампочки. Взрослые снеговики ходят на работу, а детишки-снеговички в снежную школу. Ах, какой это праздник, начало учебного года! В школе начищены ледяные доски, наточены сосульки-карандаши, а в этом году даже слеплена из снега новая парта и стульчик. Потому что в этом году в школе появится новый ученик. Когда-то он был самым маленьким снеговиком в деревне. Его так и звали – самый маленький снеговик. Но теперь у него есть младший брат – Снегоша. А если ты уже не самый маленький, то пора отправляться в школу. «Мама, где мои карандаши?» – бегал по комнате маленький снеговичок. «Посмотри в пенале», – заглянула в комнату мама. «А пенал где?» «А пенал в портфеле», – погладила сыночка мама. «Не надо так волноваться. Все будет хорошо». «Но как тут не волноваться? Только представьте, как обидно в первый же день получить замечание или еще хуже – двойку». В дверь постучали. «Здравствуйте! А маленький снеговичок идет в школу?» Это пришла Льдинка. Льдинка была лучшим другом маленького снеговичка. Она уже ходила в школу, потому что была на целый год старше. «Иду!» – радостно закричал маленький снеговичок и, нацепив ведро, выскочил на улицу. «Похоже, наш ученик забыл портфель», – вышел из дома папа с портфелем в руке. «Ой!» – испугался маленький снеговичок. «А если бы я без портфеля в школу ушел?» «Не переживай, в школе не так страшно, как ты думаешь», – засмеялась Льдинка. «Но все-таки портфель лучше не забывать». «А когда я пойду в школу?» – появился на крыльце Снегоша. «Подрастешь и пойдешь», – сказал маленький снеговичок брату. «И не грусти, маленьким быть очень даже хорошо».